7-0 проиграли. Ну, тоже конкретный урок для нас. Конкретный. Начиналось все с отношения, как это не банально выглядит, да, то, что, ну, ребята реально пришли, я, правда, не понял это, вот очень серьезная команда, да, там, двукратный чемпион, один из лидеров, и приходить с таким отношением на этот матч, ну, то есть, вот в прошлом матче был характер, в этом матче просто, блядь, ну, ребята без обид, как бы, пришли, просто потому что, наверное, как бы, они нам пообещали, что им надо прийти, они пришли. Ну, то есть, не было какого-то настроя? Да вообще, особо. Да, то есть, честно, в воздухе витало то, что, ну, разминки не было нормальной. Ничего не было нормального, и как бы когда 4 первые 20 минут забили, в принципе, я был не удивлен. Может, отвыкли играть так рано? Ну, это может тоже влиять, да, там многие действительно не проснулись. Да честно сказать, что, ну, как бы, мы же не слабые, чтобы на обстоятельства пенять. Надо играть в любое время. А что-нибудь хотя бы получилось? Хоть оптимизм от этой игры, хоть что-то положительное? Ну, я считаю, что от дна просто легче отталкиваться. Вот оптимизм в том, что вот от дна оттолкнуться легче. То есть на следующую игру у вас будет настройка запредельная. Ну конечно, там мы не сами. Плюс еще как бы да. Вот мы от дна оттолкнемся, вот с вами играем в следующей игре. А сегодня кино снимали? Сегодня снимали, да. Да не, мы. Ну, сегодня, кстати, у нас выпуск выйдет по игре с Спартаком. И да, в следующую субботу выпустим. Ну ты ожидал, что Лига чемпионов будет в Москве хотя общий плюс? Да, ну конечно, да, логично, что уже ставки выше, то есть, ну и это было логично, но, к сожалению, ну как бы. Это было понятно. Мне просто чуть-чуть есть некая там, да, претензия к команде, что. Я максимально серьезно к Лиге чемпионов отношусь. Мы вчера там в ночи сидели, искали голкипера, потому что у нас все не смогли. Но вы успели до периода, до заявок. Да, 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 мы успели найти, чтобы вы понимали, там до 10 вечера вчера эти поиски были. Вот. Вся серьезность подготовки к игре закончилась на этом. Поэтому, честно, у меня, как, ну, там, да, у администратора в команде огромные претензии. Один там, блядь, приехал, ну, уже что, ко второму тайму. Начало матча, я ему звоню, говорю, а ты где? Да тут уже, говорит, транспорт дорого стоит, я вот стою на остановке, автобус жду. А тренер что сказал по своей игре? Ну, да тут на самом деле говорить-то нечего, просто как бы плохо, хорошо, тут не было самого главного, не было характера, не было желания выиграть, поэтому как бы, ну, проблема вся, наверное, в этом, что-то говорить просто, вот, ну, куда-то это все делать, может, все эмоции на прошлой игре оставили, я не знаю. Ну, вам хорошего настроения, да, спасибо, в следующей игре. Я не буду желать вам победы в следующей игре, да. Но настроение хорошего, бодрости обязательно.